классного и по-настоящему увлекательного у нас в МГИМО. Учебные программы и внеаудиторная работа – это, в общем-то, все звенья одной цепи. Среди вас очень много талантливых людей. И, конечно же, эти таланты надо развивать. И... Сегодня мы расскажем вам про культурный центр, про его секции, про его самые разные направления работы, про волонтерский центр, про то, как это реализуется в МГИМО и за пределами нашего университета, и что такое волонтерство вообще. Мы расскажем вам про реализацию государственной молодежной политики, в которой мы также вместе с вами всеми активно вовлечены. Мы расскажем вам про наше направление выставочное, про всевозможные стипендиальные программы, которые у нас есть, и меры поддержки, ну и про, собственно, ряд других важных вещей. И с удовольствием ответим также на ваши вопросы. И мы сделаем все зависящее, чтобы для вас это было максимально интересно. В МГИМО создан мощнейший волонтерский центр, который по праву считается одним из самых лучших в России. И СМИ, да, совершенно верно, это наши профильные функции по... Вы можете пройти по этой ссылке, нажать кнопку «Стать волонтером МГИМО», заполнить анкету и принимать участие в наших мероприятиях. И уверены, что деятельность Центра международного молодежного сотрудничества как ведущей экспертной площадки в нашей стране позитивным образом скажется на вашей учебе и вашей жизни в стенах МГИМО университета. Большое спасибо. Вы можете обратиться ко мне в кабинет 130А или на сайте есть положение. Если вы хотите запомнить вашу жизнь в университете не только лекциями и семинарами, то, пожалуйста, мы всегда вас ждем. Танец – это радость общения, радость движения, грация и элегантность. Пользуйтесь, танцуйте, пойте, а мы вас будем любить и будем вам помогать. Поделиться своим мастерством и талантом с вами участница шоу «Танцы» и выпускница МГИМО Варвара Шеленина. Бурные аплодисменты! Приходим в зал, оставляем все плохое за дверью и наслаждаемся. И это очень классно, что к нам поступаете вы, самые лучшие студенты со всего мира. В МГИМО вы можете не только продолжить заниматься любимым делом, но в рамках занятий театральной студии, к примеру, развить свой талант и поделиться им с зрителями не только в России. И, ну, поскольку вы все здесь поступите, конечно, в театр-студию, все вы здесь артисты, я вас жду. Я бы тоже хотела попробовать порисовать на самом деле. Ведь самое главное, что не надо ехать на другой конец города, чтобы получить мастер-класс. Приглашаю всех на занятия в студию. И те, кто раньше рисовал, и те, кто никогда в руках не держал карандаш, кто не знает, что такое мастихин, но кто мечтал, хотели бы немножко научиться, ну или просто попробовать. Мы уверены, что среди вас тоже есть те, кто не могут жить без коллективного творчества. И я надеюсь, что в этом году мы сможем пополнить список наших прекрасных площадок чем-то еще новым и сногсшибательным. Выпускник МГИМО и руководитель поэтического клуба Артем Подольский. Если говорить по правде, в нашем коллективе поэты никогда не страдают. У нас весело. Вот впервые в настоящем учебном году распахнет свои двери студия камерного ансамбля МГИМО «Симфони». В рамках этого проекта мы сможем с вами исполнять различные сочинения, не только классические, но и джазовые миниатюры. Танцы объединяют! Участники следующей творческой студии искренне сознаются в том, что без пения просто не могут жить. Вокруг каждой музыкальной композиции мы строим целую историю, свой рассказ, благодаря чему энергетика от выступления просто захлестывает весь зал, как исполнителей, так и зрителей.